Приветствуем вас на канале Carmen Electra. Здесь все посвящено индустрии электротранспорта. Сегодня в выпуске новости электромобильного мира. Первый белорусский электрокар. Чем будет питать своего робота белорусский автопром? Чем хуже, тем лучше. Канадский Tomahawk, американский Faraday и другие электромобили будущего. Убийца Tesla. Новый электрокабриолет от Мерседеса и Майбаха. Если хочешь жить, иди за мной. Электрический Хаммер для стального Арни. Не просто автобус. 1740 километров на одном заряде батареи. Кто побил мировой рекорд? Электромобиль на базе пылесоса. Самый экономичный автомобиль 2017 года. И чем закончился парад электромобилей в Голландии? Обо всем об этом далее в выпуске.